Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, забираем свои ежедневные награды. Аж две штуки. То есть меня сбросили до лиги сёгунов две звезды, я так понимаю, да? Там уже засветилось у нас при получении награды. Вот охламоны несчастные. Ладно, будем опять с тобой пробиваться наверх, но сначала, естественно, сделаем все задания. Так, пройти серию испытаний. Это все потом. Вначале прокачаем нашего супер-шреддера. Маленечко, да? Совсем чуть-чуть. Во-первых, уровень 85 мы ему сделаем. Ох ты, я могу вот этот, но я не буду. Я не буду, ребят, вот это прокачивать. Мне нужны только лишь ультовые спецприемы. А это так. Как говорится, принеси, подай, иди нафиг не мешай. Вот все. Так, сколько мы уже с тобой получили? 3 кружки, да? А нужно еще 14. 4, 5, 6. 6 кружек. Ну давай, давай, давай. 7. 8. Да ладно. 8. Ну давай, дальше. 9. 10. Так, 10 кружек. Пиццы пока хватает. Я контролирую, друзья. Просто уже хочу ему прокачать этот скилл. Сколько там еще? Блин, 6. Вот насчет 6 кружек я вот как-то сомневаюсь. 5. Точнее, не кружки, а именно что, хватит ли у меня пиццы. Блин, там же еще нужно оставить на один бой. Окей. Совсем чуть-чуть. По-моему, все, или одной кружки. Блин, 2. Твою же дивизию, блин, а как же мы тогда с тобой сделаем? Ладно, я рискую. Твою налево. Ребята, ничего не вышло, хорошо. Мы можем с тобой получить. Да че я парюсь? 50 долларов, да конечно потратим, конечно. Давай, Шреддер, иди сюда, я от тебя сегодня не отстану. Эть, не получилось, а здесь? Все, все, ребят. Ну вот. Да чтоб тебя, тебе мутагена не хватает. Ладно, с мутагеном будет все немножко попроще. Даже, может быть, сейчас как раз мы его и накопим. Там 12 тысяч нужно было, да, по-моему? Все равно не хватает. Ну что, остается нам идти с тобой на турнирную арену. И я в данный момент в Лиге Сёгунов две звезды, как ты видишь, ранг 60. Поэтому давай-ка мы с тобой поднажмем. Поднажмем. Хорошенечко так, Лео, ты уж извини, придется опять тебя сегодня немножечко задействовать. Начнем, наверное, с 50-х уровней. Опять же, есть все-таки зона риска определенная, ребят. 58-й уровень, это не говорит о том, что Леонардо с одного взмаха их положит. Но хотелось бы, как мне, но тут, видишь, есть Донни. Тут есть Пит, и все они 58-го уровня. Ну-ка, смотрим. Да, Донника. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, родной мой. Так, слушай, ну, тут нам улыбнулась удача, а может быть даже везение. Так, отлично. Блин, ну Кунаичи молодец, выдержал все-таки удар. 50-й уровень, но враг был 58-го. Естественно, он бы сразу бы не смог убить, хотя были моменты, когда под крит попадали и складывались мои герои. Так, 45-я позиция. Пока расслабляться, друзья мои, рано. Пока очень рано. Валера какой-то у нас тут. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Ну, возьму я, наверное, для подстраховки все-таки Змейковьюна. Ну, ты сам понимаешь, да? Я не хочу, чтобы здесь никто у меня ненароком упал. Так что, естественно, все у нас будет тип-топ. Давай, Лео, вжаривай. Отлично, видишь? Донателло, вот постоянно Донни выживает. Давай-ка, Донни, не дуркуй, падай уже. Все. А ведь мог бы сюрики свои запустить, но не успел. А кто не успел, тот опоздал. Соответственно, мы с тобой здесь в катке в этой выиграли. Двигаемся дальше. Блин, то я только в Лигу Сёгунов 3 звезды. Потом еще надо будет там. О, ребята. И всего лишь 29 откатов. Проблемка у нас с тобой возникает некая. Ладно, пока полтинники отыгрываю. Потом, если что, ребят, нам возможно, возможно, придется брать Усаги. Возможно, даже придется покупать откаты.
Сам понимаешь, да? Завтра уже будет суббота. Как бы не до раскачки. Уже все, ребят, уже мы с тобой на пределе играем. Последний, так сказать, шанс у нас. Ну давай, давай, давай. Мне нужно быстро, быстро. Еще сегодня будет испытание, кстати, да. Космические странности. И сегодня мы его пройдем полностью. Вот. Сашок, молодец, круто. Три звездочки, то, что нужно. Раз, два, три, четыре. Поехали. Мутагеноид. Погоди-ка, а что это я тут взял-то? Молодец, Рэй, красавчик, елки-палки. Что, что я сделал? Блин, ребята, тут же 61 уровень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, сейчас будет. Блин, ну вот как вот. Я вряд ли смогу Рафаэля бомбануть. Вряд ли. Но я рискну. Ё-просоте, ты гляди-ка. А так если? Майки, ну? Ай, сейчас будет волна, сейчас будет волна. Все, посыпались, да? Фух. Да не может этого быть. Я ж, ребята, глаза зажмурил. Думал, сейчас как эта волна маузеров бомбанет, и все мои четверо упадут. Один только Лео выстоит. Но, как видишь, ребятули не подвели. И мы заслуженно переходим с тобой в Лигу Сёгунов. Три звезды на сотое место. Круто. Ну что, давай дальше продолжать. Блин, чё ж я так рисканул-то, а? Совсем забыл взять подстраховку. Ай-яй-яй. Такого больше не надо повторять. Слушай, ну сколько у нас здесь получается? Где-то боев 8 нужно сделать. Блин, я боюсь, не хватит у нас, к сожалению. Хотя, что загадывать? Давай смотреть уже по факту. Так, Крейка, добивай их. Красава. Молодец, не зря тебя подкачиваю периодически. Ну что же, двигаемся дальше. Посмотрим, какое у нас сейчас будет местечко с тобой. Где-то 85-е, может быть? 87-е, отлично. Так, здесь у нас... Ну давай, Сакилах. Чего себе имя Сакилах. Раз, два, три, четыре. Как только мы с тобой полтинники 60 отыгрываем, я буду брать Усаги, но уже вместе с 40-ми и 30-ми уровнями. Я знаю, ребята, риск. Хотя, на самом деле, это лучше делать сейчас. Лучше делать на ранней игре, чем... Тихо, блин. Блин, блинский. Повезло. А ему нет. Да, я, скорее всего, сейчас буду, наверное, все-таки брать их двоих. Но отыгрывать их где-то 40-45 уровень. Так будет безопаснее. И так у нас больше хватит с тобой на боевке. Да, откат придется тратить. Но что поделаешь. И главное, чтобы не было тут вредных бойцов, у которых особенно очень большая инициатива. Понимаешь, да, к чему я? Поехали, начнем вот так вот с тобой. А там уже дальше покажет, кого стоит брать, кого не стоит. Так, ну что, голубчики здесь стоят, ждут. В общем, Лео и Усаги, как ты можешь знать, они спокойно доходят до 70... какого там уровня? До 72-го, по-моему. 70-72 уровень. Они рубят здесь только в путь. Дальше, дальше уже, скорее всего, придется брать третье физическое лицо, да? Точнее, третьего бойца из имбы. Но я думаю, что мы сегодня без этого обойдемся. Я в это свято верю. Так, уже 60-я позиция. Почти половина мы с тобой пробежали. Ты смотри, смотри, смотри. Ну ладно, я возьму Осаму. Потому что, ну, здесь Усаги все-таки, да, плюс Лео. Майки, по идее, он не должен успеть 64 уровень, тем более. Что-то тут даже рыпнуться. Что-то, так сказать, вякнуть. Он должен отдуплиться, даже если один Усаги проведет удар. А если еще и постепенный урон на него повесит, то тем более загнется. Ну, сейчас посмотрим, как тут будет все. Мне самому интересно, что Усаги здесь приготовил для нас. Да, ребята, отлично. Он вообще сегодня в ударе, как ты видишь. И всех рубанул почти. Ну, Сплинтер, естественно, выжил ненадолго. Так, сейчас я уже рассчитываю где-то 48-е место. 48-47-е. Чтобы быть точнее... Ой, не-не-не-не-не, 50... Блин, подожди. 49-е. Ну, тоже неплохо, согласись. Причем классно так дали. 16-22. Теперь вот фиг тебе дадут таких вот. Это прям имба. Ох, есть, есть. Это Егорушка. Егор, спасибо тебе. Егор, так сказать, выстрелил сегодня.
Так, погнали. Шредер, Донни и Майки. Полиция тут, все, все дела. Вот знаете, чего не хватает здесь, да? Вот мы как бы деремся. Хотя да, ребят, если будут ходить жители по тротуарам, то смысл от этих черепашек? Они же только ночью выходят. 36-я позиция, погнали. Так, здесь нам... Во, лонг. Берем обратно. Берем обратно. Так, 18 откатов еще есть, как ты видишь, да? 18 откатов. Пока еще держимся с тобой на плаву. Так, а какой уровень противников? 70? А, не, 64. Это еще терпимо, ребят. Это терпимо, причем это все довольно легко разбирается на двоих. Мы с тобой двигаемся дальше. Как только попадаем в Лигу Мастеров, уже сразу начнется напряга. А тут осталось совсем чуть-чуть нам, да, с тобой? Буквально еще где-то, ну, два боя это максимум, я думаю. Аллах. Окей. Возьмем его. Майки я пока не буду трогать. Хотя можно было бы его отыграть, но я вот все-таки вот этих вот сороковые пускай идут, как говорится, в бой. Ага. Так, погнали. Замечательно. Так, теперь вертушечка. Все прекрасно. Идеальная победа. И мы с тобой двигаемся дальше. Я думаю, сейчас где-то 10-я, может быть 9-я даже позиция будет. Я на это рассчитываю. Итак. Да, именно 9-я позиция. Все, последний бой, и мы с тобой переходим в Лигу Мастеров. Джарлон. Надо же как величать. Джарлон. Так, последние тут у нас бойцы с тобой идут. Хотя сороковых еще три персонажа сорокового уровня. Окей. Так, ну что, готовы? Хочу уже в космические страны. Кстати, сегодня не только космические странности. Сегодня вообще все у нас откатывается. Ну, открывается, да? И Армагон, насколько я помню, испытание на него. И плюс эпическое испытание. Так что тут надо, ребята, как-то приоритеты ставить. Но в любом случае, космические черепашки мне нужны. Поэтому ДНК в любом случае нужно набивать. Так, поехали. Отберла... Забуксовал, короче, я. Вон, лучше я возьму Вансета. А то тут пока прочитаешь, щелки-палки, язык сломаешь. Ну что? Отыгрываем вот этих вот ребятулик. А после уже, наверное, попробуем без Леонардо и Усаги. Хотя 250 бакинских стоит 10 откатов, так? У нас с тобой где-то 900 долларов. Ну, то есть я могу купить себе 30 откатов. Вполне. И этого вполне мне должно хватить. Для чего только? В топ можно попасть, да? По идее. Хотя вряд ли хватит. Не хватит именно персонажей, которых бы я брал в помощь. Да, скорее всего, не хватит, но в две звезды мы с тобой однозначно перейдем сегодня. Так, Харви. Ну, давай возьмем Харви. Вот. Возьму я сюда все-таки Майки, надо его отыграть. И вот этих вот двоих. Хотя тут всего лишь 64 уровень. Даже не 70-й, даже не 68-й, 69-й. Здесь вообще все на изи должно быть, ребят. Че я переживаю? Не знаю. Видимо, заранее уже. Так, ну смотрим, что у нас тут Усаги вытворяет. А он великолепно все вытворяет. Закромсал ребятулик. Замечательно. Ну что же, давай посмотрим теперь, какое у нас местечко. Мы его нагреваем потихонечку. Так, 83-й становится 70... Какой, 5-е? О, 71-е, да? Шикарненько. Так, Мона. Берем с тобой Мону. Раз, два. Так, возьму, наверное, сюда Рафаэля. И вот этих двоих. Хотя, можно уже не откатывать, мне кажется, Усаги. Тут можно взять, типа, Армагона или еще кого-нибудь.
И он то же самое сделает, поверь мне. Сейчас вот после этого боя попробуем все-таки обойтись без Леонардо и Усаги. Ну-ка. Пит минус. Донни минус. Все. Так, Армагон, а с кем его взять? Можно, в принципе, с Шарханом в паре взять, да? Массовая атака плюс дебаф. Должно сработать. Давай попробуем такую комбинацию. Так. No name. Давай вот возьму Армагона и... Тихо ты. Армагона и Шархана. Ну ладно, фиг с ним, давай этих еще. Блин. Как-то опасно. Давай вот так вот на всякий... Ой! Ё-моё, да... Твою налево. Ну ты понял, да, почему, ребят? Я не добрал одного персонажа к себе в команду. Ё-моё. Так, Рокзар, уж извини, вручать тебе придется всю команду. Ну, Армагош, не подведи меня. Имбова. Блин, Донни даже здесь выжил. Ну, посмотри на него, а. Какой он гаденыш живучий, а? Как ни крути. Все у него получается, а? Выстоять и там, и здесь. Ладно. Смотрим. Блин, конечно, плохенько было сыграно, потому что кубков мало, ну, сам видишь. Ай-яй-яй-яй-яй, а не дадите мне 23? Опа, 17-23, тут засветилось, ребята, тут было, я видел. Сейчас попробуем все-таки вытянуть. Угу, угу. Держи кар... А, нет, все, ребята, есть, это Владимир. Попробуем вот так с тобой. Так, ну и Джастин тут тоже что-то захотел, подтянулся, ладно, фиг с ним. Провокатора нет, еще раз повторяю. Карайка и Паукус в зоне риска. Упс. А ну-ка, Шреддер. Ох, как хорошо бомба. В плане. Тихо-тихо-тихо-тихо. А, иммунка, иммунка, это ладно, фиг с ним. Так, Карайка, ну-ка давай. Что ты сделал-то, я не понял. Так. Слушай, а че... Ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребята, вот это да. А почему у Шреддер... Я не могу понять, он же... Вот знаешь, у меня вот в голове не кладется, почему он здесь вот так вот сделал. То есть он как бы, ну, повесил постепенно. Ну, ты видел сам урон? Он не такой мощный. Я прокачал или я не прокачал? Блин, я забыл же сегодня до последней, до шестой ступени ему прокачать. Ёлки ты палки. Вот видишь? Видишь, к чему все это привело? К потере бойца, вот к чему. Нурик. Ну давай Нурика возьмем. Ну а что делать, ребят? Офигенно. Офигенно поиграли, потому что, ну... Потому что сфейлились, ё-моё. Там не взял персонажа, тут сфейлился вообще. Ай, ё-моё. Ну и что? И что это? Вот, вот это как называется? Хорошо, так... Эй, кто из них вот это, наверное, будет самый такой вредный? На тебе. Ага, на Тимати бежит. Так, мы, наверное, можем с тобой вот этого шваркнуть. Попытаемся. Разбегается, бам. Слабо пишут. Донни, успокойся. Давай, добивай их железноголовый. В плане... Трындец какой-то. Что игра пошла наперекосяк? Вот объясни мне, а? Да, у железного голову, конечно, инициатива вообще никуда не годится. И меня это раздражает, если честно. Ладно, смотрим, куда мы с тобой приземлимся. 31-я позиция. Нисколечко меня это не тешит. Ну что, Вайл? Вайл. Ну давай, наверное, его возьмем. Там Хан, друзья мои. Так что берем. А все, у нас с тобой получается это последний поединок. Нифига, ребята, не последний. Я все-таки куплю откаты, и мы отыграем с тобой все как полагается. Я не хочу не дойти до двух звезд, но это нечестно будет. Так что, хочешь не хочешь, а придется покупать откаты. Угу. И отыгрывать самых-самых слабых персонажей. Ой-ой-ой. Так, бросаем бомбочку. Отлично. Ой, ой. Тихо, 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 не надо. Блин, Шинигами, ну ты вообще там на соплях выжила, честно говоря. Просто на соплях. Но тем не менее, выиграли мы. Ну что, двигаемся с тобой дальше тогда.
Сколько там еще? Блин, 19-я только лишь позиция. 19-я, 5 откатов. Ну, вот. Кто? Мараван. Мараван. Окей, пускай будет Мараван. Так, Дони у нас тут еще, оказывается, заблудился. Ну что же, это хорошо, ребят. 40-е уровни, ты понимаешь, если мы сейчас с тобой не уложим этих ребятулек, то они уложат уже моих. 70-й уровень, об этом я тебе тогда и говорил. Ну-ка. Прекрасно. Давай, Лео. Шурши, как электровеник. И у него все получается. Фух, ладушки. Так, двигаемся с тобой дальше. Сейчас будет где-то вот, наверное, 10-я позиция, скорее всего. Нет, какая 10-я? 5-я, наверное. 7-я. Ну все, еще остается нам с тобой 2-3 боя. Возьмем вот Милку. 2-3 боя, и мы... Надо будет еще закрепиться в двухзвездочном ранге. Главное, чтобы персонажей мне хватило. Раз, два, три. Ё-моё, 75-й, 74-й уровень. Блин, без имбы-то здесь. Надо было последний третий откат все-таки тратить на кого-нибудь более существенного, да? Тут, скорее всего, не потянем. Ну, если Усаги, конечно, постепенку не повесит. А он, блин, он повесил, но немножко не так, как я хотел. Дони этот выживет еще. Хотя нет, нет. Лео, ты красавчик. Всех все-таки вырубил, молодец. Красотуля, что я могу тебе сказать. И мы переходим с тобой в Лигу Мастеров. Две звезды. Но это еще не конец. Мы с тобой покупаем откаты. На все, как говорится, да? Гулять так гулять. Тратить, естественно, я все пока не буду. Так, Шреддер, можно тебе прокачать вот этот навык, блин? Да, друзья мои, все. 6-й уровень. Офигеть, как же я там выпухнулся-то, а? Сам виноват. Так, мне надо будет еще телепорт заработать. Так, ну что? Давай попробуем немножечко с тобой закрепиться на этих позициях. Раз... Два. Так, кого-нибудь существенного. Это кто у нас может быть? Армагон. Вполне. Ну, такой команде уже, ну, точно никого не страшно. И вот у нас, да, вместе с этим боем получается три. Три боя мы с тобой отыгрываем. И все. И спокойненько идем на испытание. Усаги. Так, что там? Да, в принципе, тут и Леонардо одного хватит. Но видишь, не брать Армагона был бы, как тебе сказать, был бы большой риск. А вдруг бы, например, мы промок там был, да, или постепенно урон бы не повесился. Все, нас бы потом бы раскромсали. Так что лучше все-таки быть поосторожнее. Так, здесь 73-й. Ну, здесь вот, наверное, можно не брать никого. Тогда получится, что у нас один персонаж как бы не в удел. Ладно, еще один поединок мы сделаем с тобой. Ради последнего нашего... Кто у нас там? Бибоп, да, по-моему, остается. Ради него мы с тобой как раз сделаем откатов. Аж 4 штуки. Так, тихо. Давай наяривать. Окей, отлично. Ну что, идеальная победа. И мы с тобой... Двигаемся дальше. Так, какая там позиция у нас? 71-я. Окей. Ну что, последний бой у нас с тобой на арене. Так, я беру Армагона. Ну и так вот. Потому что здесь последний персонаж. Вот он, Бибоп. Ну, с такой командой тут, конечно, ребят, любого порвут. Просто любого, кого не сунь. Начинает Усаги. Сейчас половина рухнет, наверное, да? Смотри-ка, все выстояли. Все. Ну, после Леонардо, конечно, все упадут. Да. Что, ребята, мы с вами закончили на сегодня арену. Переходим мы на какой там? На 60... 61-ю позицию, да, поняли? Или какая там? 62-я. Окей,
тихо, тихо, какой бой, ты чё? Не надо никакого боя, все, завязываем. Идем с тобой на испытание. А, нет, смотри-ка. Через 9 минут откроется. То есть мы с тобой завтра тогда это пройдем, да? Здесь и здесь. А сегодня у нас космические странности, и никого ничего не колышет, все. Этих убираем, этих... Нет, вот это уберем, вот так вот. Погнали. Ребят, естественно, все на автобое сейчас пока будет идти. Тут три волны. Даже говорить не о чем. 10 уровень. 10-й, потом 20-й, 30-й. Я уже думаю, там уже где-то на последней волне придется подключаться. А так все на изи. Плюс у них двойные удары. А что двойные удары? Здесь они разбираются с полтыка. Просто дунь на них, и они тут будут падать. Отлично. Норм. Все. Все великолепно. Ну что, тогда мы с тобой двигаемся дальше. Так, Джастин. Эпизод второй. Погнали. Эпизод второй. Хобана. Всех тут бомбим. Ой, грибы, тут будут грибочки, да? Терпеть их не могу. Даже несмотря на то, что они 20 уровня. Просто их я ненавижу, друзья мои. Всеми фибрами души. Так, и последняя, заключительная волна. Космические страны. Ну, да, ребят, Донателло, Леонардо, Майки и Лео нам нужны. Очень тяжело они копятся. И, как ты знаешь, эти испытания тоже не так часты. Но вот все-таки Бибоп у нас, вот этот вообще там самый отстающий, получается, который в хвосте, который имеет только лишь 30 уровень. Так, ну что, эпизод 3 мы с тобой проходим. И дальше уже после него начинаются выдаваться ДНК. По-моему, если не ошибаюсь, ребят, даже по 2 штуки. Посмотрим. Так, минус. Тут тоже, вот жалко, я не могу еще ускорить посильнее, да? Чтобы это еще быстрее проходило. Потому что, ну, тут можно с закрытыми глазами просто наслаждаться чаем. Налить чайку себе сладкого, может сходить пока, да? Взять там какое-нибудь пирожное, пончик. Кстати, пончик что-то захотелось мне. Вот, и наслаждайся. Наслаждайся, как Алексей Батькович разносит здесь всех в хламину, понимаешь? Абсолютно всех. Ну, точнее, не я, а мои персонажи. Под моим руководством. Ну что, двигаемся тогда далее с тобой. Двигаемся далее. Так, нейтрализатор мы получили. А вот уже самое интересное, ребят. Самое интересное начинается это вот именно... Ох, ё-моё. Да ладно, здесь, оказывается, эти будут у нас. Два босса. Ёлки-палки, я совсем забыл, что это испытание подразумевает битва с боссами. И последний поединок, поверь мне, будет довольно таким жестким, потому что там не имеем права на ошибку. Так, ну пока здесь все на изи, потому что 40 уровень для нас это абсолютно никакого вреда не будет нанесено. Всякие Джастины. А Джастин, получается, относится к космическим, да, героям. Потому что, ну, как бы, я тебе говорил, что вот эти вот белки, мутант, они больше похожи на этих, на чужих. Так оно и есть. Так, ладно, хорош выпендриваться. Я знаю, что вы здесь будете сейчас тут выпендриваться передо мной, перед моими черепашками. Они же вас сейчас тут порвут всех. 40 уровень, это для нас. А знаешь, кто вот это такой? Вот это вот был Гранитор. А этот, забыл, как его звать, Трек. Да, почему-то вот в этом мультике они именно вот так вот нарисованы, двумя големами. А если брать черепашки ниндзя безумные мутанты, да, там они изображены как Гранитор обозначается типа каменной птицы, а Трек, как бы тебе сказать, каменный голем с пушкой, который вешает броню дополнительную. А здесь вот их почему-то изобразили именно вот в такой форме, как двух големов. Нет, они там тоже големы, но они как бы там хоть какое-то отличие имеют. А здесь просто они одинаковые, просто разные стихии. Здесь один электрический, другой лавовый. И к тому же здесь у них нет оружия. А там Гранитор, он ходил с гранатометом, а этот Трек ходил с автоматом, по-моему, да? Или с пушкой, я уже не помню. С пистолетом, по-моему, он бегал там. То есть,
как-то вот немножко по-другому здесь они обозначены. Ну, о чем говорить, ребята, если здесь крысиный король у нас. Ну, ты сам видел, как он выглядит, да? И как он выглядит в «Безумных мутантах». Там просто красавчик по сравнению с тем, что здесь преподносит нам. Так, ну что, мы с тобой идем далее. Победушка, как ты видишь, на 3 звезды. Я пока, ребят, все играю на автобое. Так, Леонардо Космос. Так, следующий у нас идет Майки. Майки Космос. 65 уровень. Подожди-ка, я не понял, тут что, босс будет, что ли? Этот. Там что-то... А, или это вот эти вот крэнги? А, ну это ерунда. Но здесь нету боссов, двух этих големов, да? И 4 волны. На последнем, скорее всего, будет 5 волн. И там главное их очень быстро уничтожить. Если они начнут плевать лаву и бить электричеством, даже мои персонажи там сдуются. Это я тебе точно говорю. Они довольно сильные, эти боссы. Так что с ними особо сильно не забалуешь. Так, молодец, Рафаэль. Переходим с тобой на последнюю волну. На. На, получи. Так, кого? Майки, отлично. Так, а этот все-таки бросает волну. Сейчас посмотрим, сколько урона. Он что, вообще? Он промахнулся, по-моему, да? Вообще никому ничего не нанес, ребят. Ну, а мы его отдубасили. Все. А теперь уже берем, как говорится, инициативу в наши руки. Последним у нас будет. Хотя, не, ребят, я ошибся. Я ошибся. Это мы еще только идем к Донателло. А уже после Донателло идет сам Армагон. Тут уже 5 волн. Угу. 70 уровень, как ты видишь. Сейчас я хочу посмотреть, справимся ли мы с ними. Да, по идее, как бы должны. Единственное, что перед боссами я все-таки, ребята, сам, наверное, буду драться с ними. Иначе они нам там навтыкают, будь здоров. Так, красава, Лео. Лучше даже, наверное, мы все-таки здесь прекратим автобой. Сам хочу, ребята, с ними подраться. Так. Отлично. А здесь, наверное, нам... Зачем нам вертушку здесь тратить, а? Нам здесь это не нужно делать. Упс, подожди, вот так вот. На-ка. Отлично, и последний остается. Они даже, ребята, они даже сходить не успели, прикинь. 4-я волна, предпоследняя. Ну вот здесь вот, что, я могу вот так, наверное, сделать? Ух, на Армагона это не повлияло. Блокируем. Отлично, добиваем. Угу, Донни. Донни сейчас... Воу-воу-воу-воу, да, они будут сейчас свои суперудары здесь применять, это однозначно. Хей! Попал? Попал, кстати, он. Он попал, ребята. Давай-ка вот так сделаем. Тыч, выжили, выжили. Блин. Что-то как-то тут вот. Что ты делаешь, Раф? Боксер Стопман в зоне риска, ребята. Вот скажи мне, как вот я его не... У него постепенно урон, плюс мы идем с тобой на следующую волну. Блин, где боссы? И что я тут должен сделать, извини меня? Блин. Рафаэлем брать провокацию, что ли? Он же сейчас ударит, боксер Стокман сдуется, как всегда. Вот так вот. Че он меня так подводит-то? Майки у нас с тобой нету. Надо будет в следующем ходу, кстати, майки взять. Потому что без уклонения нам там делать будет абсолютно нечего. Так, влупляем, короче, валуном. Ух, хорошо. Так, теперь что, блин, попробуем через апперкот. Ну? Кого ты бьешь-то, господи? Так, а этого... Вот на этого переключись ракетой. Е, этот от постепенки должен отдуплиться, да. Кого мы убираем? Мы убираем с тобой Бакстера Стокмана. И берем, естественно, майки. Майки, во-первых, это будет дополнительный хил. Во-вторых, это будет уклоняшка, без которой просто, ну, никак нельзя. Поехали. Что? А, не то делают. Так, ну что, убираем Бакстера, берем майки и поехали вперед. Тут, как ты понимаешь, 2 босса.
Ну, уже серьезные они, поверь мне. Они уже будут здесь драться, ну, по полной программе. По максималке, даже так сказать. Слушай, ну, давай возьмем с тобой, наверное, месть. Месть хороша, когда пьешь и не спеша. Давай, Усаги. Молодец, красавчик. Блин, чего вы на майке-то все напали, эй? Ты посмотри, что творит, а? Ну, Усаги тоже не растерялся, молодец. Всех тут бомбанул потихонечку, полигонечку, да? А нам только лишь добить. Блин, майки, ну я не ожидал, что ты такой ватненький будешь. Обычно у тебя уклоняшка такая офигенная, тут на тебе. Поехали. Минус. Эть. Отлично. Давай так, наверное, сделаем с тобой. Так, пробили. Пробили. И здесь тоже пробили. Так, ну что, третья волна. Смотрим, кто у нас тут. Ух, шипзики эти. Блин, хотелось бы, конечно, вертушку потратить на них, но я не буду. И валун тоже лучше не тратить. Так, прекрасно. Хиляться, хиляться не будем. Это уже есть только после четвертой волны. Замечательно. Они даже ничего не успели сделать, прикинь. Хотя успели. Успели все-таки, да? Ага, вот. Вот здесь, ребята, уже не балуем. Уклонение. Уклонение вешаем. Наверное, рано, да? Наверное, рано. Погнали. Но здесь тоже с ними шутить не стоит. Я тебе серьезно говорю. Потому что сейчас они выйдут из-под контроля, и начнется здесь такое веселье. Так, надеюсь, это им крышка. Ага. Крышка. Армагона в первую очередь надо сносить. Теперь лево. Тот погибнет от постепенного урона. Ну что, а вот у нас, кстати, с тобой сохранилось еще, да, на один ход, по-моему, уклонение, если я не ошибаюсь. Вот они идут. Гранитор, да, и трек. Так, все, переключились, короче, на меня. Сразу же делаем с тобой хил. И погнали. Да, да, бафаемся. Защита, контратака, все тому подобное. Отлично. Так, вертушка. Начнем с нее. Ух, как этот-то. Так, в ответочку. А, нет у него ответочки, ребята. Мимо, пока промахиваются, попасть не могут. Этого кусаем. Сейчас что-то будет, да? Пока ничего нету. Апперкотик ему. На тебе. Ух, парень. Сдулся от постепенного урона, ребята. Да? Да, именно от него. Ну что я тебе могу сказать? Отлично сегодня мы поиграли. Отлично прошли. Армагушу получили, хотя он мне и не нужен. И что у нас? О, достижение какое-то. Арахнанет. Победите стрелков пауками. Ну, так вот, ребята. Так, назвался Груздем. Победите людей грибов, которых терпеть не могу. Так, опа. А вот и откаты, ребята, пошли. Армагоша. Слушай, Армагоша нам не нужен ведь, так? Вот давай-ка сюда пойдем. Пойдем с тобой сюда. Посмотрим, кого нам дадут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ну что это? Вот. Вот как я должен с ними здесь драться, ребята? Ну 90 уровень, да никак. Я здесь... Не, я не справлюсь. Меня тут размажут сейчас просто по стенке. Ну кто тут может только противостоять? Железноголовый, да, и... И Усаги. Ох, ё. Да. Заведомо проигрышный вариант, ребят. Ты посмотри. Просто посмотри, что они сделали с нами. И у нас еще с тобой нет хила, об этом не забывай. Угу. Хила нету, все. Трубешник. Ну что я тут, ну так вот только выпендриваться кулачками своими, да? Еще промахиваюсь. Ну, железноголовому крышка, ребят.
Да, не ожидал я, конечно. О, еще и мажем, потому что слепота висит. Висела. Понижение меткости. На тебе. Нет. Нет, 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 друзья. Ой. Тут еще и хан. На. Еще разочек. На. Даже если я сделаю вот эту вертушку, это не спасение, ребята. Это далеко не спасение. Да. Фигня это получается, ребят. Третья волна. И что прикажете мне здесь сделать? Даже если я сделаю на себе баф, который там мне даст защиту и многих всяких плюшек, ничего мне не дал. Меня разберут сейчас. Алапекс, Алапекс. Ну ладно, предположим. Через контратаку уложите ее. Давай так вот. Бумс. Ну вот только Алапекс и погибла, вот и все. Ать, на тебе. Пиццелицей. Ну-ка в ответку, на тебе. Тут еще и крип. На. Хе-хе, не пробило. Да, Усаги и Железноголовый. Ну, как я тебе и говорил, только лишь они под силу здесь выстоять, и то одна звезда. Двоих их туда отправлять нет смысла, потому что их быстро там ушатают. Но зато снаряжение негодники я получил. Да, друзья мои. Я предлагаю уже в следующей серии пройти. Так, а вот здесь вот один разочек попробовать. Эть, комментарий, спасибо большое, я очень рад. Так, ну что, за кадром пройду серию испытаний, пойду набью телепорты себе, да. А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!